Похоже, что ситуация с коронавирусом в Казахстане пошла на спад. Во всяком случае, об этом говорят цифры. Уже почти как два месяца статистика неумолима. В день врачи регистрировали несколько тысяч заболевших по всей стране. Сегодня количество новых случаев заболевания коронавирусом не превысило 2000 человек. А если быть точнее, это 1766 заразившихся. Так, санэпидситуация пока соответствует оптимистичному прогнозу Минздрава. В прошлом месяце глава ведомства Алексей Цой предполагал, что регистрация до 3000 заразившихся в сутки – утешительный показатель. При реалистичном сценарии в Минздраве считают, что возможна регистрация до 4000 случаев в сутки с пиком в середине мая, пока всплеск не наблюдается. Смертность сохраняется примерно на том же уровне. За сутки скончались 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом, еще 5 с признаками коронавируса, но отрицательным ПЦР. Число вакцинированных до сих пор не достигло 2 миллионов человек. Первый компонент получили около 1 миллиона 700 тысяч граждан. В красной зоне до сих пор находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области. В желтой зоне еще 5 регионов и в зеленой 6.